Передо мной Екатерина Ринжина. Катя, сегодня опять очередной личный рекорд, по-моему, за сегодня. Личный рекорд, да. 51-25. 21. Это вообще классно. Как настроение сегодня? Класс, спасибо. Только сегодня тяжело, как-то после отходилось вообще очень тяжело. Опять тяжело? Мне всегда тяжело, сегодня прям очень тяжело. Ну и что, ну получился результат. Все тяжело, но все, мы двинемся, по-моему, к 50 секундам. Я надеюсь, да. Скоро уже будет уже 49, да, скажем так, скажи? Чуть-чуть осталось. Скоро в будущем. Хорошо, Катя, ну как все-таки настроение такое позитивное? У меня из-за того, что я сбегала по личному результату, хорошее. А Маслаков успел что-то сказать вам, тренер? Конечно, он рад, он доволен и говорит, хорошо бежал. То есть он видит, что перспектива есть, да? Верно. А чувствует, что еще есть, как бы, что прибавить? Да. Прохолониться. Да. Ну, есть, наверное. Ясно, ну, на чемпионате России тоже любимые 400 метров. Я подумаю, может, это или, кстати, 200, я знаю, что вы больше любите 200. А завтра будем бежать 200? Мне тренер скажет бежать 400, но я думаю, что я еще с ним поспорю. А завтра 200 будем бежать или нет? Нет. Завтра не будем бежать. У меня был плохой опыт, когда я бегала после 400-200, у меня вообще не бежится так, поэтому или то, или другое. Ясно, ну да, вам удачи. Спасибо. Ждем нас на чемпионате России в Жуковском. Спасибо вам большое.